Кристофер Робин Мин, A Boy of Six. Привет, я Кристофер Робин Мин, мальчик 6 лет. I live in London with my mom and dad. Я живу в Лондоне с мамой и папой, но когда я играю, я представляю себе, что я живу в волшебном лесу, в маленьком домике специально только для меня. Элиза, my friend, и ее Piglet, Rabbit, Owl, and my best friend, Winnie the Pooh, Bear. Мы все живем в моем волшебном лесу и с нами приходят необычайные истории. Hello, I'm All Grey Duck. Here is my name. Здравствуйте, я старый серый особь. Меня зовут Иа. Я мечтаю быть веселым и находиться в кругу друзей. Но иногда я тебя спрашиваю, зачем? Иногда я думаю, до каких же пор? Иногда я сам не знаю, о чем я думаю. Я живу в колючем уголке леса, потому что люблю колючки. I am not gloomy. Я не угрюм, это вам кажется. Hi, I'm Piglet. It's my dream is to be strong and brave. But it's too difficult. I am a very small animal. Я мечтаю быть сильным и смелым. Но это так трудно, когда ты такое маленькое существо. У меня есть семейная реликвия, обломок доски, на которой написано посторонним В. А еще я люблю воздушные шарики и The Balloons. Hi, I'm Rabbit. Привет, говорю, я кролик. Люблю быть значимым, когда все вокруг говорят «Yes, Rabbit», то есть «Есть кролик». Я живу в норе и обожаю, когда ко мне приходят гости. Мне всегда найдется чем подкрепиться. And now I have to hurry up. А теперь я должен торопиться, у меня очень много дел. Hi, my name is Owl. Not just Owl, but really wow. Привет, я сова. Не просто сова, а вот так. Сова. Я живу в прекрасном домике каштани, где все по последней моде. А еще я люблю рассказывать длинные истории. I love to tell long stories. Hello, I'm Edward Bear. No to my friends, Winnie the Pooh, or Pooh for short. Привет, я Винни Пух, или просто Пух. I'm Bear with a very little brain, то есть в голове мои опилки. I love fun, and I feel happy, the Christopher Robin play with me. Я люблю мед и играть с Кристофером Робин. Если что-то часто помочу по нос, из-за этого лучше стихи и песенки. Lines written by a bear or very little brain. On Monday, when the sun is hot, I wonder to myself a lot. Is it true or is not? That what is which and which is what? On Tuesday, when the hails and snows, and I have nothing. Hails and snows only grows. Hardly anybody knows that those are this and this are those. On Wednesday, when the sky is blue, and I have nothing else to do. The Santos wonder, is it true that who is what and what is who? Итак, однажды ночью... Вора-вора-вора-вора! Это ты, пятачок? Нет, не я! Самое главное, шумит в самые двери. А себе надо встать и попросить его перестать. Привет. Привет. А кто это? Это я. Я? Тогда входи. Я Винни-Пух. А я Тигра.
Ох, а Кристофер Робин знает про тебя? Конечно, знает. Конечно, знает. Ну, сейчас полночь. Это самое послабляющее время лечь спать. А завтра он будет мед на завтрак. Джеффри любит мед? Они все любят. Ну, раз они лечь спать на полу, я уже лягу себе спать, а вот кровать. Дыра – это нора, а нора – это кролик. А кролик – это подходящая компания. А подходящая компания – такая компания, в которой всегда чем-нибудь угостят. Эй, кто-нибудь дома? Эй, я спросил, кто-нибудь дома? Нет, незачем так орать. Я первый раз все прекрасно слышу. Скажите, пожалуйста, куда делся кролик? Он ушел к своему другу Винни-Пуху. А не знаешь, какие семьи? Так это же я! Что значит я? Я бывают разные. Я, значит я, Винни-Пух. А ты в этом уверен? Вполне уверен. Ну, тогда входи. Ты был совершенно прав. Это правда ты? Здравствуйте, Винни-Пух. А ты думал, кто это? Ну, я думал, мало ли кто это может быть. В нашем лесу бывает множество разных зверей. Нельзя доверять, кому попал. А это кто? Это тигр, знакомый Кристофера Робина. А, ну понятно. Он любит все, кроме меда. Поэтому пришли к тебе. А, понятно. А не пора ли чем-нибудь подкрепиться? А чего намазать, джемом или вареньем? А можно и без хлеба? Давай другого. Угощайся. Угощайся, Винни. Тигры не любят хлеба с вареньем. Но не так тяжело, да все кроме хлеба. Подругу возьмет тигром. И раз, и два, и три, и четыре. Да, я, дура.
like it. I'm not at the bottom, I'm not at the top, so this is a star where I always stop. All the way down, up the stairs. Isn't up, it isn't down, it isn't no sir, it isn't in the town. А я пойду наищу Кристофер Робин. Няшка не любит, а есть. Тигры, я говорю, тигры не любят желудей. Как же так, Пух? Скажи так, тигр, ты сказал все, кроме меда и хлеба с вареньем. Все, кроме меда, хлеба с вареньем и желудей. Ну, так... Света, как насчет? Как насчет чертополоха? Чертополох тигр любит больше всего на свете. Ну тогда пойдем к я. Вот это тигра. Как вы сказали, это называется? Тигра! Как вы сказали, его зовут? Тигра! Да, немного тихо. Громче. Тигра только что пришел в наш лес. Когда он уходит? Понимаешь, И.А., тигр, дорогой друг Кристофер Робин, он будет всегда нашим лесом. Не стоит тигра обижаться на меня, он все время такой угрюмый. Кто угрюмый? Я угрюмый? Нет, совсем наоборот. И у него там, я их не навесил. Всегда есть чертополох. Спасибо, очень-очень трудно твоим вниманием. Ой, мы хотели сказать, что мы не хотим тебя видеть. Понятно. Что он, ваш полосатый друг, ваш позавтрак. Вполне естественно. Как вы сказали, его зовут? Тигра. Ну, тогда гляди сюда. Тигра. Для своего дня рождения. Но в конце концов, что такое день рождения? Сегодня он здесь, а завтра его нет. Пожалуйста, мы счастье.
нас один друг догадил почему. Зачем? Зачем же тогда надо было платить? Тут ценный экземпляр. И ты обращай свою пластуду, перенеси свои игровые индейцев. У нас другое место. Я собираюсь пообедать. И хочешь мой обед на собственном ногами. Ой, и дай-ка я на тебя подложу. А твоего хвоста нету. Как? Не ошибся? Нет. Тут нельзя ошибиться, либо он есть, либо его нет. Кажется, вы правы. Может, ты его где-то забыл? Может, кто-нибудь его взял? Может, его кто-нибудь утащил? Конечно! Скажи, чего еще от них ждать? Я Винни Пух. Я тебе обещаю найти твой хвост, и я не Пух. А ты Пух. Значит, все в порядке. И я. Спасибо. И я. Спасибо. Ты настоящий. И ты, Петрушка. И ты, Катерина. Тигра. И ты, тигр. A lion is a tail, a very fun tail. And so is an elephant, and so is a whale, and so is a crocodile, and so is a quail. They've all got tails. What do you mean? I've got sixpence. I would buy one. Let's do a shopping. Let me try one. I said to the elephant, this is my one. They've all come around to see. Then I say to slime, for you got a tail, and so is an elephant, and so is a whale. Look, it's a crocodile, and so is a whale, quail. They've all got tails, like me. Пойду на решок, Кристофера пойду. Пойдемте уже, пойдемте! Куда пойдем? Туда, где знают, чем питаются тигры, и делать их хвост осла. Если кто-нибудь... Если кто-нибудь что-то знает, то точно... Медленнее! Сама. Или я не Пух. А ты Пух! Значит, все в порядке. Если не открывают стучи, если не открывают звони. Сова, открывай, медведь пришел. Привет, Пух! Привет, Пятачок! А это кто такой? Это тигр, знакомый Кристофера Робина. Знакомый Кристофера Робина. Понятно, приятно познакомиться. Ну что, какие новости? Грустные и ужасные. И потерял свой хвост и очень по нем убивается. А ты не знаешь? А ты знаешь, где найти хвост? Нашедшему что-нибудь вкусненького. Кстати, насчет вкусненького, как раз вот вы не больше где-нибудь подкрепиться. Какой еще завтрак? Хвост пропал! Напишите и расклейте объявление. Напишите и расклейте объявление по лесу. И пусть напишет его Кристофер Робин. Вот Пух видел, какую мне надпись написал? Кажется, да, кажется. Но если не видел, ну только посмотри. Красиво, смотри.
красивый шнурок, правда? Он мне что-нибудь, что-то напоминает. И мне. А ты где его взяла? Сейчас будет длинная история. Но я шла по лесу и вижу кустик. Сначала я подошла к нему и дернула за хвост. Сначала я подумала, что там кто-то живет. Дернула, но никто не отвечал. Потом я дернула еще сильнее, и он оторвался. Ну а раз он был никому не нужен, я его забрала себе. Нет, он кому-то был очень нужен. Это кому? Моему дорогому другу. Он был привязан к нему. Это как он мог быть привязан к нему? Если ему он так нужен, я отдам ему его безвозмездно. Что? Значит, даром. Так, история еще не закончилась. There are two drops of rain waiting on the window pane. I am waiting here to see which the winning one will be. Both of them have different names. One is John and one is James. All the best and all the worst. Come from which is them is first. James has just begun to ooze. He's the one I want to lose. John is waiting to begin. The one I want to win. John has courage. Quickly by. James is talking to a fly. Only John is there. And John is where. Look, I'll talk you. Here is the sun. Кристофер Робин! Привет, тигра. Прости, тигра. Социальная дистанция. Ой, Кристофер Робин. Я столько нашел всего в лесу. Я нашел там сова, пятачок, Винни-Пух, кролик и Шнурок. Шнурок. Длинные истории. Но не нашел завтрака. А ты, кстати, не знаешь, чем питаются тигры? И если я очень постараюсь, я, наверное, вспомню. Но я думаю, тигра, что ты сам знаешь. Ну, только, правда, я знаю, что тигры не любят меда, хлеба с вареньем, желудей, колючки эти жгучки. Чертополох! Да, чертополох и длинные истории. Тогда иди ко мне и загляни в мой буфет. Смотри, что тебе там понравится. Сова нашла кое-что для тебя и хочет тебе вручить. Неужели? Дорогой ИА, я хочу вручить тебе этот замечательный шнурок безвозмездно. Нашелся! Ура! Ура! Тигр, ты что, выпил лекарство Кристофера Робина? Да. Вот что тигр любит больше всего на свете. Так что оставайся у меня и пей мой рыбий жир. На завтрак, обед и ужин. Одно ты будешь здоровым и сильным. Но я лично считаю. Что тигры и так крепкие и здоровые. Это точно! I often wish I were king, and then I could do anything. If only I were king of Spain, I'd take my head off in the rain. If only I were king of France, I'd brush my teeth for ants.
think? I think if I were king of Greece, I'd pull things off the mantelpiece. If I were king of Babylon, I'd take my button gloves and go. If I were king of Norway, I'd ask an elephant to stay. If I were king of Timbuktu, I'd think of lovely things to do. If I were king of